Всем привет, друзья! Как думаете, на сколько повторений можно увеличить подтягивания за 3 недели? Да-да, я уверен, вы уже в описании увидели, поэтому нажали на этот ролик. Но ничего страшного, вы увидите в этом ролике еще кучу других крутых показателей от моих учеников. Полетели! В этом видео я покажу вам крутые результаты моих учеников, которые увеличили за 3 недели подтягивания просто до крутых результатов, а также покажу методы, с помощью которых мы это делали на марафоне. До марафона я подтягивался 3 раза. Сейчас проверим, сколько после. Как видите, теперь я подтягиваюсь 8 раз. Программа работает. Я очень удивился вообще результатами ребят, потому что там они просто бешеные. За 3 недели они получили больше 10 повторений. То есть это вообще жесть. То есть один из парней, вот у него показатели до марафона были 7 подтягиваний прямым хватом и обратным хватом 6. После марафона у него стали прямым хватом 14 подтягиваний и 11 обратным хватом. То есть это очень крутые показатели. Он увеличил свои подтягивания на 7 повторений. Это очень круто за 3 недели. Также был парень, у которого было до марафона 15 подтягиваний и после марафона сделал 28. Он говорит, конечно, что сделал 25, но 3 повторения там немножко там ноги подкидывал, но это, я думаю, считается, что 28. Это просто невероятно офигенный результат. 13 повторений. Это просто вышка. Вот тут вы видите его видео. Я думаю, вы должны отдать ему дань и сказать, что типа респектос тебе, парень, напишите в комментариях. Еще один очень крутой результат. Это у парня было 25 подтягиваний просто обычных. После марафона у него стало 37 подтягиваний. Это просто бомба. Также у него было 10 подтягиваний с 25 килограммами, то есть 25 килограмм дополнительного веса. И после марафона стало 15 подтягиваний с 25 килограммами. На себе знаю, что это очень сложно увеличивать подтягивания, когда на тебе висит 25 килограмм. Это просто очень крутой результат. Ну и также в основном у ребят были там 4, 5, 6 повторений. То есть вы вот тут на экране можете видеть, что у парня было чистых 5, стало 9. Потом у другого было 15, стало 21, потом 18, 21, 19, 23. Вот такие вот результаты у моих учеников были всего лишь за 3 недели. Вы их все видите на экране. Я думаю, что это очень крутые результаты. Напишите в комментариях, если вы также считаете. Итак, друзья, теперь расскажу вам, что мы делали вообще на марафоне и как ребята получили такие крутые результаты. Первое и самое важное вообще из всех пунктов, это то, что мы постоянно на каждой тренировке меняли программы. То есть были разнообразные программы. Мы тренировались всего лишь 2 раза в неделю. Это хороший подготовленный уровень. 2 раза в неделю было. А новички тренировались 3 раза в неделю, потому что они прокачивали как и обратный хват, так и передний хват, как статику, так и негативные подтягивания и так далее. То есть мы тренировались абсолютно все по разным программам. И новички имели каждую тренировку разную программу, и продвинутый уровень, у них тоже были постоянно разные программы. Это, наверное, самый важный ключ, почему подтягивания у ребят выросли очень быстро. Разнообразность тренировочных систем – это просто ключ ко всему. Это первое. Второе – это сплоченность и мотивация. Мы каждую тренировку проводили трансляции. Я просто вел трансляции, ребята вместе со мной занимались. Мы вместе делали все упражнения, это было очень круто. То есть, когда вместе все сплоченно занимаются, то результаты идут гораздо быстрее. И как бы вы все время друг друга подбадриваете. Да, пойдем типа на тренировку и так далее, и вы занимаетесь вместе со мной. И это очень круто, и для меня это тоже мотивация была, и для вас. Также очень важна программа питания в подтягиваниях, потому что если вы будете питаться плохо, то у вас не будет энергии. Обязательно нужно делать профицит калорий. Когда вы тренируетесь именно по подтягиваниям, то вам нужно увеличивать калораж свой, например, не знаю, если у вас норма там 2800 калорий, вам нужно 3200 кушать, чтобы как бы была энергия, мышцы восстанавливались, и это напрямую как бы зависит ваш успех от этого именно. Ребят, программа для новичков состояла из таких упражнений, как обычные подтягивания прямым хватом, обратным хватом, также это были всякие негативные подтягивания, это были запрыги на турники, удержания в верхней фазе, в верхней точке, вот тут за подбородком и так далее. То есть программы были максимально насыщенные, новички просто не расслаблялись, они делали каждую тренировку разные упражнения, потом немножко увеличивали веса, потом увеличивали нагрузку, увеличивали повторения, работали с резиной и так далее. Все в одном видео не описать, это надо было, естественно, участвовать. Я думаю, такой марафон еще будет, но
Не скоро, я думаю, хотя посмотрим. Но у меня также, ребят, есть хорошая вторая новость. Это то, что мы начинаем третий марафон по прокачке всего тела. Будет 7 программ для дома, для улицы, для зала. Также для всех вот этих условий будет программа для сушки, для набора массы, а также чисто для новичков, которые там еле-еле подтягиваются, отжимаются и так далее. То есть 7 программ для всех людей, абсолютно все, кто угодно, могут участвовать в этом марафоне. Он стартует 2 октября, и сейчас уже открыт набор на него, поэтому вы можете уже подписываться, ссылка будет в описании. Обязательно залетайте, будем тренироваться вместе с вами. Все описание есть также у меня в Инстаграме, на странице моей, там можете прочитать подробно, что будет на марафоне. Друзья, для кого нужен этот марафон? Этот марафон нужен для тех людей, которые сами самостоятельно не могут добиться какого-то хорошего результата, либо у них результат вообще стоит на месте. Именно для этого нужен марафон, потому что мы будем работать все вместе, качественные программы, хороший подход и также тренировки со мной. Это будет все очень круто, поэтому если у вас остановился результат, либо он не развивается, то обязательно участвуйте, я вас жду. А так, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и обязательно участвуйте в марафоне, ребят. Ссылочка еще раз в описании, говорю. Пока!